В городском парке Якутска смогут с комфортом гулять все горожане и гости столицы без исключения. Его реконструируют с использованием универсального дизайна и организуют в нем доступную среду. Последнюю сегодня обсудили на обучающем семинаре для государственных и муниципальных учреждений. Комплексный подход к созданию безбарьерной среды показали на примере подготовки Паралимпийских игр в Сочи. Что касается городского парка, на сегодняшний день уже завершился конкурс проектов. И в скором времени гулять по нему станет удобно и людям с ограниченными возможностями здоровья. На семинаре также отметили, что в борьбе с барьерами в получении услуг важным фактором является специально обученный персонал. Существуют психологические барьеры, их еще называют отношенческими, когда персонал объектов обслуживания не готов к тому, чтобы как правильно общаться с человеком с инвалидностью, что можно говорить, что нельзя, как правильно оказать помощь человеку, что можно спросить, как помочь. Поэтому это очень важный аспект в том, чтобы люди, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, они были правильно проинструктированы, они были обучены.